V веке до новой эры их закапывали в землю, а при Петре I их делали из пушечной меди. В Ульяновске открылась выставка под названием «Время и деньги». Царские монеты соседствуют с бумажными облигациями и наградами лучших банковских работников Симбирской губернии. В экспозиции представлены и стенды с иллюстрациями разных периодов, с древности и до наших дней. Самые яркие периоды отражены во времена правления русских императоров. Первые бумажные банкноты с водяными знаками появились при Екатерине Великой. А вот привычные нам зазубрины на ребрах монет ввели в обиход при Петре I. Новый дизайн предложил правителю Исаак Ньютон. Во время гражданской войны 1918 года в стране творился хаос. Кровопролитие и политическая нестабильность отразились не только на судьбах людей, но и на материальной сфере. Деньги выпускали из талонов, простой бумаги и даже винных этикеток. Но здесь деньги и 18 века, и 19, и очень много денег, конечно, советского периода и постсоветского, то есть 93-го по, ну, понятно, что не по сегодняшний день, потому что те деньги, которые в обороте, мы здесь не выложили. Выставку организовали при поддержке Банка России. Время для экспозиции выбрано не случайно. 5 октября этого года Ульяновское отделение банка отмечает 155-летие. Нам важно повышать финансовое просвещение населения нашей области. Для этого и способствуют вот такие совместные выставки с музеями, когда дети могут приходить и получать какие-то знания о деньгах, о функциях Банка России. Выставка будет работать до 17 октября в усадьбе семьи Ульяновых. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Улправда ТВ.